собак было не раз. Раз пошли мы, братцы, на реку купаться, взяв с собой копье и автомат. Но дошли до цели и быстро это... Удивились, да? Там сидела Машенька, мутант. Маша улыбнулась всеми головами, я не дрогнув взялся за копье. Но после долгой схватки драпнул без оглядки, увидав хёнтай на щупло. Тут за дело взялся мой товарищ Игорь. Игорь свою пушку зарядил на песочном пляже рядом с речкой Линдой. Игорь речь такую заводил. Здравствуй, наша Маша! Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая и богая! Ох, зачем пошла на реку купаться, не надев на голову БХ? Чё ты? Игорь стрельнул в Машу. Малость промахнулся и попал немножечко в меня. Я иду в мертвятник, а не друг мой Игорь вместе с Машей пьет 4 дня.